До свидания, Лабытнанги. 110-й километр. Жди меня. Здравствуйте, горы! Здравствуйте, реки! Здравствуй, тундра! 2 недели я буду с вами наедине. Если Бог благоволит и все будет хорошо, то дней через 10 я буду в тех горах, прямо вот там, вот за этим каром. Где-то там пик топографов. Попробуй на него забраться. Семь отчалила. Ничего себе, как, сколько я собиралась. С 3 часов. Ого. 2,5 часа. Оленеводы тут стоят. Течение пока что слабое. Ладно, хоть ветер попутный. Насколько я помню, через 4 километра должны начаться перекаты. Может быть, в этом году все по-другому будет. А пока приходится работать веслами. О, только что было мелко, из воды выходила, и такая глубина началась. Вот он, красавец. Он так назван, Малый Пайпудынский хребет, не потому что он маленький, а потому что под ним течет река Малая Пайпудына. Соответственно, есть река Большая Пайпудына и Большой Пайпудынский хребет. Но я не знаю, видно ли его откуда-то. Все внимание, конечно, на себя притягивает именно Малый Пайпудынский хребет. Скалистые берега какие-то пошли. Забудочки вон, прям разноцветие. Глубина. Тут на самом деле мелей много. Просто снимать неохота было. Я или ложусь, или уже приходится выходить в крайнем случае. Но они быстро заканчиваются, их чуть-чуть перейти и снова. Можно плыть. Ну вот, например. Вот такая штука. О, вон туда надо было. Ух, какой поток. Туда, что ли, пойти? Вода стала такая светлая. То есть она и была светлая, но стала с голубым оттенком. А может, это просто солнышко вышло? Хорошо, что не пошла в широкую протоку, пошла в узкую, потому что тут течение. Ай,
А впереди, похоже, мель. Ну, в той широкой это точно мелко. Да не, пройду, наверное. Сейчас патрулю. Класс, прошла. Вот они, перекатики, видимо, начинаются. Сколько же тут птиц. Кулики, чайки. Какие-то вот гагары, не гагары, утки, не утки, всякие разные. И черные какие-то, и серенькие, и с беленьким там, с какими-то перышками. То что там шумит? Река впадает, что ли? Пудына? Если река впадает, то сейчас совсем весело будет. Глубоко там. О, стая взлетела. Какие-то черные утки, темно-коричневые. Обратно летят. Что-то летают кругами. А это птичка Фифи. По мне, так эти горы гораздо красивее, чем массив Раис. Вообще, первый раз, когда я увидела массив Раис, все им так восхищаются. А мне он показался просто похожим на какие-то подвалы карьерные. Ну, сейчас, конечно, так. Но все-таки вот здесь красивее. Они как-то более живописны. А массив Раис, ну что там, камни и камни. А тут песчаный берег. Я уже наследила тут. Танец там какой-то красивый. Опять поезд, что ли, идет? Белая гора виднеется. Почему она такая белая? Меня на волнах качает. Красота какая впереди. Скоро, видимо, уже станция Софи, потому что вон горнолыжные столбики видны. По волнам. Сегодня здесь, завтра там. Перекат впереди. Ну какой? Ага, вижу мост. Во, какой у меня классный камин.
После того, как все дела сделаны, наступил самый блаженный момент — вечернее чаепитие в палатке. Чай с сушеной клубникой. Время 12:30 ночи. Солнце не должно заходить за горизонт. Сейчас полярный день, но из-за гор, видимо, этого не видно. Хотя так-то не похоже, что оно светит. Ставший уже традиционным утренний обед. По дороге к мосту я нашла дикий лук. Его уже попробовала. Он очень вкусный. Он, правда, уже в цвет ушел. Классно. Сейчас я его не нашла, когда обедала. То есть ужинала. Надоело мне, что хлюпает. И там перед тропой, перед мостом засада. Я знала, что она там есть. Но она в тот раз была маленькая. Ну, хотя я тоже ноги подключила в тот раз. А что-то мне так неохота было из-за этого сапоги надевать. Ой, да высохнет. Погода хорошая. Просто надоело это хлюпанье. Сейчас выжму. Там короткий участок-то, болото. Ты из-за него переодеваться вообще неохота была. Первый встретившийся мне снег. Ой! Полянка с цветущей княженикой остановилась тут передохнуть. Интересно, у них ягод побольше, чем у нас на болотах? То у нас цветет много, ягод мало вырастает. А сейчас мы заглянем в загадочный мир мхов и лишайников. Ух ты! А это что? Цветет? Мох цветет. Здесь сплошь все усеяно вот этими цветочками маленькими. То ли это мох? Ну да, это мох. Вот они. Золотой корень уже отцветает. А вот еще цветет радиола розовая. И почему розовая, когда она желтая? А черника тут еще только цветет. Ну и ну. А это прошлогодние, видимо, вяленые. Пробовать, что ли? Фу! Сушенка какая-то. Поднимаюсь выше и выше. И вот на горизонте показываются горы, к которым я иду. И обернувшись назад, я уже не увижу реку Собь. Я ухожу от нее все дальше и дальше.
Гора Динозавр. Под ним долина ручья Нырт-Воманшор. Далее видна река Сопь. И малый Вайпудынский хребет. Поедем, проворонивая свою дорогу. Сейчас вот надо выйти на нее. Фу, какие-то мошки облетели. О, только бы не болото. Я уже ноги начали... О! Это дорога, нет? Пушится. По снимку. А по факту, ну так условно, дорога. Но все равно идти можно. Цветочная незабудковая дорога. Как тут красиво. Морожка тут цветет еще только. А на горе я видела ягодки, зарождающиеся, красные. Это что, гвоздика? Какая красота! Уже видно речку Нырт-Воманшор, вдоль которой надо будет идти на водопад. А то можете заплевать, все равно ноги мокрые. Потому что сапоги, наверное, лыжи сапог будет. Все равно короче. Вот эти сапоги сухие будут. Вон как тут по колено. Конечно, такие сапоги-то. Лук. Он такой вкусный, такой ароматный. Вообще люблю зеленый лук. Ну вот, лесная дорожка вывела меня на настоящую дорогу. Идти неинтересно, но легко.
второй снег за сегодня. Тут вот непонятно, как идти. То ли по верху, там непонятно как, то ли вниз уже можно спускаться. Ладно, вниз что ли спущусь. Там было просто непроходимо. Вон что там было. Это типа дорога, что ли. Да, дорогами тут не только люди пользуются, но и реки. Текут себе по дороге. Как будто так и надо. Красиво. А, привычно уже. Постоянно тут по реке надо идти. Скалистые берега такие. Вот такая дорога. Вот. На такой чудной полянке буду ночевать. Какое блаженство переобуться в сухое и теплое. На водопад завтра пойду. Сегодня дождь идет. Да я как-то устала. Завтра налегке туда сгоняю. Если, конечно, катаклизм никакой не случится. Но если сегодня солнышко выглянет, то, может быть, сегодня схожу. В такую погоду неохота идти. Гармин мне погоду не присылает почему-то. Говорит, якобы спутник не видит. Ой, то есть прибор не видит небо. Но это он обманывает. Все он видит. Не знаю, что случилось. Так что я не знаю, какая завтра будет погода с утра. Самодельный борщ с фрикадельками. Мясными, сушеными. Майонез я не взяла с собой. Что-то тащить неохота было. Вот вчера с майонезом ела. Сегодня у меня бутерброды со свежим лучком. Дары полярного Урала. Еще недавно было 15 градусов. А было холодно так же, как сейчас. А вчера было 7. По ощущениям одинаково. Что вчера, что сегодня. За день было пройдено, при грубом подсчете, 9 километров, без учета рельефа. От берега напротив станции Собь до лиственничной рощи, в долине ручья Нордвоменшор. Ну вот, именно когда настала пора вставать и собираться, зарядил дождь. Похоже, недолго. Я сейчас вышла, сходила за водой, палатку поставила. Чтобы не соприкасались тонко. Посмотрела на небо. Вообще никакой надежды нет.
ползут, ползут на гору облака. Итак, облака наступают на гору Динозавр. Вероятно, они хотят скрыть ее красоту от глаз туристов. Но теплый воздух, поднимающийся от нагретой солнцем горы, вдребезги разбивает попытки завладеть ею. Но облака не сдаются. Медленно, но верно, они все же продвигаются вперед. Кто же победит в этой схватке тепла и холода? Ну, конечно же, тепло. Потому что лето, оно и на полярном круге лето. А лето – это хорошо. Ну все, я отчаливаю в сторону водопада. Несмотря на то, что солнышко сейчас светит, там тучи-то, конечно, идут. И дождь будет. Наверное, даже какой-нибудь ливень, ветер. Все будет. Ну, по крайней мере, пока я ухожу. При нормальной погоде. Я так понимаю, мне вон в то ущелье надо путь держать. А это белозор. Я мечтала его увидеть на наших болотах, но увидела в тундре. Сколько же диковинных цветов растет за полярным кругом? Это просто удивительно. И даже в такой пасмурный день цветущая тундра выглядит прекрасно. Куропаточья травка. Речка приобретает все более и более плотный характер. На берегу ручья Ныртвомыншор мне встретился полярный маг. Выглянуло солнце, и сразу стало жарко. А там-то что творится? Ужас. Я надеюсь, это сюда не придет. Нет, да. О, какая красота началась. Я так дошла поверху, потому что боялась, что меня зажмет какое-нибудь ущелье с бурным потоком. Я просто спустилась посмотреть. Вот и не знаю, то ли мне наверх опять подниматься, или здесь как-то можно пойти. Мне бы на тот берег вам перебраться бы. Не, не пройти здесь. Придется наверх снова лезть. А вот эти зеленые камни. Ну, говорят, это не нефрит, а какой-то жаденит или еще что-то другое. Но они зеленые. Иду, иду, а водопада все не видно. Больше 2 километра до него, и то по прямой. А путь-то извилистый. А это маленькие вестники большого водопада.
озера. Жарко сейчас. Мне сейчас, конечно, и так жарко. Нету, да. Я вышла на финишную прямую. Я немного ошиблась. Мне не туда. А туда. Тропа идет траверсом по горе. Бывает, что и камни сыпятся из-под ног. Крутой туда обрыв. Начался самый трудный участок пути по камням. Они то и дело норовят скатиться вниз, в ручей. Водопада все еще не видно, а между тем меня догоняет вот та хмарь. Она уже не только по горам, она там и по земле стелется. Ну-ка, в прямом эфире вместе с вами сейчас увижу, что там откроется. Вот он! Дошла я до него! Привет, водопад! Я под ноги смотрю. Обратный путь у меня получился стремительный, а потому что я не глазею, уже ничего больше не снимаю, просто несусь и все. Вот это наскальная живопись. Лишайнички постарались. Ну да, тундра не тундра, из какой-нибудь железяки. Надо же. Что ли? Сначала думала, какая-то салфетка валяется. Белоснежная.
как тут? Все ли на месте? Все ли в целости и сохранности? Прощай, Непритовая долина. Все, наконец-то я пришла на берег. Сходила уже, проверила свои закладки. Слава богу, все на месте. Правда, трава и кусты подвяли, которыми я закидывала. Стало немножко видно, то я его уже вытащила. Вон там он лежал, закиданный всякими ветками. Потом вот еще. И вон там желтенький виднеется. Воспоминания о мокрых ногах наконец-то остались в прошлом. На сегодняшний день, по крайней мере. Ой, какое счастье. Ой. Так и быть, с майонезом и ЖК. Я сегодня весь день, можно сказать, голодная. Но я, правда, не ощущала голод. Я утром только поела гречневую кашу с грибами. И все. А на водопаде пыталась хлеб поесть. Просто с луком. Что-то как-то не пошло. Какую-то конфетку съела. Вот так вот. Сейчас только обедаю. А время уже 12 часов. Ночи, естественно. От лиственничной рощи я дошла до водопада и обратно. На удивление быстро я свернула лагерь и вернулась на берег Саби. Итого за день пройдено около 19 километров. На берегу я достала из кустов лодку, надула ее и проплыла 300 метров до берега с хорошей поляной.